Всем добрый день, здравствуйте, в эфире КФУ Лайф, я его ведущий Роман Полинсков. Мы продолжаем серию прямых эфиров, посвященной приемной кампании в Казанский федеральный университет 2023 года. И сегодня у нас вновь эфир вместе с представителями, как они сами говорят, самыми успешными и счастливыми людьми. Это Институт геологии и нефтегазовых технологий. Андрей Анатольевич уже засиял улыбкой и чувствует то, что про них сегодня будем говорить. Представлю спикеров, которые сегодня у нас на программе. Андрей Анатольевич Терехин, заместитель директора по практикам взаимодействия с работодателями. Андрей Анатольевич, как всегда, рада видеть. Валерия Андреевна Милютина, ассистент кафедры разработки трудноизвлекаемых углеводородов. Валерия Андреевна, тоже добрый день. А также Луиза Тынысова, студентка третьего курса данного института. Луиза, тоже добрый день. Рады вас всех здесь видеть, как всегда. Начнем новую неделю с позитива, да, потому что геологи по-другому жить не могут. Только на позитиве, только хорошие новости, да? Конечно. Какие новости? Начнем с них. Есть ли что-то новенькое? Как у нас идет продвижение к приемной кампании? Как кипит работа? Потому что готовимся уже, по сути, с конца предыдущей приемной кампании. Вот что есть? Какие, может, новости? Да, конечно же. Мы, продолжая ваше такое-то же позитивное начало, конечно же, Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета в первую очередь готовит успешных и счастливых людей. И, конечно же, очень высококлассных специалистов в геологии и в нефтегазовой отрасли. Мы считаем, что действительно профессия должна отвечать ряду критериев для человека. Вот мы проводим такие встречи, конечно же, чтобы ребята, школьники определились со своей будущей профессией. То есть вот цель, по крайней мере для нас, в первую очередь такая, чтобы ребята смогли сделать осознанный и правильный профессиональный выбор, который в будущем принесет им и успешную работу, интересную работу, чтобы на работу они ходили с удовольствием, ждали бы следующего рабочего дня, работа бы совпадала с их увлечениями. Конечно, работа геолога, геолога-нефтяника на текущий день позволяет еще и иметь хорошую материальную базу. Зарплаты в отрасли достаточно перспективные, конкурентоспособные. И вкупе со всем этим наши выпускники, которые устраиваются работать по профессии, конечно же, счастливые, успешные люди. И мы видим свою вот цель, парадигму свою, как подготовку таких вот выпускников. Вот. И объясняем ребятам, которые сегодня нас слушают, почему нужно прийти к нам учиться, если, конечно же, им интересно. В первую очередь им интересно заниматься исследованиями, интересно заниматься достаточно такой практической профессией геолог, геолога-нефтяника, которая включает в себя спектр предметов. Вот сейчас школьники имеют ряд обязательных предметов, как будь то математика, физика, химия, биология. Вот, и об этих предметах они прекрасно представляют, имеют прекрасное представление, что же это такое. О профессии геолога мы стараемся рассказывать много, часто и где только представляется возможность. И на самом деле профессия геолога, она включает в себя много школьных предметов. Это, конечно же, география, особенно физическая география. Это математика, физика, химия. Это все предметы, которые нужны геологу. Чтобы помочь ребятам сделать правильный выбор, и вот приемная кампания уже совсем-совсем не за горами, она скоро, мы объясняем и рассказываем профессии геолога. И самая главная новость вот в части приемной кампании, наверное, то, что в этом году, чтобы поступить в Институт геологии и нефтегазовых технологий, нужно сдавать ЕГЭ не только по физике, математике и русскому языку, как это было в прошлом году, но из всех предметов, по которым мы проводим конкурс для поступления, обязательными являются у нас русский язык и математика. Математика, конечно же, профиль. А вот третий ЕГЭ вы можете на выбор предъявить. Это либо физика, либо география, либо химия, либо информатика. Вот такой вот широкий спектр ЕГЭ, из которых вы можете выбрать, которые сдавать, которые сдаете. Или в конце концов, если сдаете несколько ЕГЭ, вдруг такое вот у вас происходит, вы можете выбрать наилучший результат. Вот это, наверное, самая основная новость, которую в первую очередь стоит сказать. Немного хочется сказать буквально, наверное, минутку о профессии геолога. Вот это очень
емкая профессия, где реализоваться может каждый, кто любит физику, математику, химию, географию, кто просто любит путешествовать. Тот может стать вот геологом, вот Луиза сегодня. Вот, глядя на нее, вы, наверное, не подумаете, что она является студентом третьего курса по направлению геология и профилизации тоже геология. Это поиск региональной геологии. Студенты, которые выпускают из этого направления, они очень много времени проводят в экспедициях, могут по 6 месяцев в экспедициях, ну, по 5, по 6 месяцев летом ходить, составлять карты, картированием заниматься, образцы отбирать могут. Вот, это вот такая вот полевая работа. Зимой это камеральная обработка. Вот этот классический геолог, о котором знают все, наверное, которые все представляют так вот профессию геолога. Есть у нас вот нефтегазовое дело направление. Это направление связано с разработкой и эксплуатацией месторождений углеводородов. То есть месторождений углеводородов, нефти и газа. Вот. Это работа, как правило, то, что называется 5 на 2. Вот, 5 дней работают, 2 дня отдыхают. Классическая вот такая вот схема производственной деятельности. У нас есть направление еще профилизации, это гидрогеология, инженерная геология. У нас есть профилизация геофизики, которая, у которых есть и полевые выезды, и камеральные обработки. Это нечто среднее. Это не 6 месяцев, конечно же, в полях, но это тоже есть полевые, экспедиционные выезды длительные, потом обработка информации. Есть, скажем, вот я уже упоминал гидрогеологов, у них, конечно, есть и полевые выезды, но есть и офисная работа. То есть это вообще такая, в некотором роде, городская специальность. То есть это вообще вот геологи, которые живут и работают в городе. Поэтому я хочу разрушить этот стереотип, который говорит о том, что геолог – это только полевой геолог, который ходит в экспедиции. Да, это романтика профессии, она многих геологов в крови. И в основном мы воспринимаем геолога в первую очередь именно так. Но на самом деле геология – это и геология поиска вот, рудных, твердых, полезных ископаемых, нефти, газа, очень важных руд, цветных металлов. Ну, в конце концов, сейчас в мире вот идет прям борьба за месторождение лития. Это тоже ведь не геологическое направление. Лития – это основной элемент для аккумулятора, для сохранения энергии. То есть вот геология – очень-очень такая обширная область, где можно ходить в поле месяцами и где можно, собственно, быть офисным работником. И выбрать вот именно интересный профиль в этой профессии именно для себя. Вот об этом мы и рассказываем. Все, замечательно. Большое спасибо, Андрей Анатольевич. Перейдем к вопросам. Вопросы есть и стандартные, которые у нас из эфира в эфир, но мы обязаны их повторять, потому что каждый раз у нас новое число зрителей. Кто-то видел предыдущие наши эфиры, кто-то нет, и надо всех знакомить. А есть и другие интересные тоже вопросы. Не зря вот Луиза у нас сегодня в студии. Как раз-таки узнаем не только, как преподаватели видят предметы и учебные планы, но как раз-таки вот услышим от человека, который эти знания получает. Начнем со стандартных. Какие проходные баллы для поступления? Проходные баллы для поступления. Это вопрос хороший, он важный, он возникает, наверное, во всех встречах со школьниками. Итак, баллы бывают средний балл и бывает минимальный. Часто еще ребята называют это проходным баллом. Вот. Я бы рекомендовал прицениваться, оценивать именно средний балл, по которому было зачисление прошлого года. Вот. В нашем случае на геологию это порядка 205 баллов, средний балл, а на направление нефтегазовое дело это 224 балла по результатам 3 ЕГЭ. Но минимальные проходные баллы, они меньше, они составляют примерно в районе 200 это на нефтегазовое дело и порядка 170 на общую геологию. Но я бы рекомендовал ребятам все-таки оценивать именно средний проходной балл прошлого года. Так, какая оценка будет более правильной? И еще, конечно же, такая вот ремарка от меня сразу. Проходные баллы мы оцениваем, конечно же, по приемам прошлого года. Какие проходные баллы будут в этом году, не знает никто. Это определится только результативностью ЕГЭ, которую вы сдадите вот уже в июне месяце, и количество заявлений, которые будут поданы на нашу специальность. Угу. А в целом конкурс на места какой? Вот большой, средний, на бюджетные вот в основном? На бюджетные места.
принципе, я бы сказал, это все-таки квартал как средний и большой. Большой, традиционно у нас большой конкурс на направление нефтегазовое дело, там может быть конкурс 4-5 человек на место, вот, и где-то, скажем, 1,5-2 человека на место, это вот на направление геология. Здесь я тоже ребятам хочу рассказать, которые нас сегодня смотрят, когда мы говорим о конкурсе «Человек на место», я говорю по, именно по количеству подтвержденных документов, то есть по тому количеству оригиналов, которые поданы на наше направление. Зачастую, когда многие вузы озвучивают эти цифры, говорят конкурсную ситуацию, берутся цифры по заявлениям, сколько подано заявлений. Там совсем другие цифры, они гораздо больше. Если оценивать объявления, заявления, вернее, которые подаются, допустим, на нефтегазовое дело, то там может быть 15-20 человек на место. То есть надо, я говорю, вот реальные цифры по оригиналам документов. То есть вот как оно есть на самом деле. Если возникает спорная ситуация, то как ее решает приемная комиссия? На что смотрит первоочередно и далее по списку? Спорная ситуация, спорных ситуаций не возникает. Наверное, возникает ситуация, когда баллы равны. Об этом, да, имеется в виду? Да? Здесь все регламентируется правилами приемной кампании. Там средний балл аттестата смотрится, индивидуальные достижения абитуриента. То есть это все прописано. То есть чем больше у вас активности в жизни, индивидуальных достижений, чем лучше вы учились, вот тем, соответственно, при равновесной ситуации, при равенстве баллов, тогда, соответственно, вот выбор будет в пользу того человека, у кого выше средний балл аттестата, у кого больше индивидуальных достижений, и еще есть приоритетный ЕГЭ по направлению. Тогда мы смотрим, скажем, вот у нас, если физика – это приоритетный ЕГЭ, тогда смотрим, у кого из претендентов он выше. Вот это еще один фактор. Ну, то есть все регламентировано, все прописано? Все регламентировано, да, никаких случайностей здесь нет. То есть все в строгом соответствии с правилами приема, которые опубликованы у нас с ноября месяца на сайте. Говоря об активностях, где можно заработать дополнительные баллы, я думаю, об этом стоит еще рассказать в этом эфире. За что могут дать дополнительные баллы? Дополнительные баллы при поступлении в Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета вы, уважаемые абитуриенты, можете получить, участие в наших олимпиадах, в олимпиаде по геологии. Участники этой олимпиады, которые стали призерами, получают плюс 3 балла к результатам ЕГЭ, а победитель олимпиады получает плюс 5 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. И еще есть замечательная мероприятие – это конференция, научная конференция школьников имени Николая Ивановича Лобачевского. Вот там призеры также получают плюс 3 балла, а победители плюс 5 баллов. И даже, допустим, если такая ситуация возникнет, вы и там станете победителем, то, конечно же, вы сможете получить плюс 10 баллов. Это максимальное количество баллов, которые ребята могут набрать дополнительно к основным результатам единого государственного экзамена. Но кроме этого у нас проводится много активностей для школьников, где они могут узнать и о профессии геолога, в каких мероприятиях они могут принять участие, могут узнать. Вот я предлагаю Луизе несколько слов об этом рассказать. Она активно занимается взаимодействием с ребятами, сама в прошлом участница активной олимпиад, полевой олимпиад по геологии, республиканской олимпиады, олимпиады КФУ. Вот, Луиза, расскажи, пожалуйста. Привет. Спасибо. Да, вот еще раз скажу. У нас в институте проходят неоднократные такие мероприятия для школьников. Это могут быть как и олимпиады, так и конференции. Потом еще есть множество выездных таких мероприятий. Это как полевая олимпиада юных геологов, которая проходит в Альметьевском районе. Там такие больше уже как практические знания оцениваются у школьников. Ну и также еще множество мероприятий проходит в зданиях института. Это у нас совсем недавно было такое мероприятие для школьников, посвященное празднику Дню геолога. Вот. Мы были организованы как и, как сказать, такие мини-станции, на которых вот тоже оценивали знания школьников. Что еще можно сказать? Ну, вот конференции тоже очень много проходят в здании института нашего.
недавно совсем прошла конференция Лобачевского. Я и когда школьницей была, неоднократно участвовала в этой конференции. Ну и вот сейчас уже присоединилась больше к волонтерско-организаторскому составу. Спасибо. А к тебе, Луиза, мы чуть попозже еще вернемся. Пока что закончим с блоком обязательных вопросов. Так, как говорится, чаво, часто задаваемые вопросы. Сроки подачи документов и можно ли их подать онлайн? Да, конечно, с 20 июня можно будет подавать документы. И, конечно, их можно подавать онлайн, как через суперсервис, так и через наш портал abiturient.kpfu.ru, простой портал, так и пишется, как слышится, abiturient.kpfu.ru. Там можно создать свой личный кабинет и полностью подать все документы онлайн. Угу. Спасибо. Валерий Андреевич, давайте вас подключим к нашему эфиру. Вот, расскажите о том, как проходит у вас жизнь на кафедре разработки трудноизвлекаемых углеводородов. Что там интересного и какие люди обычно туда идут? У нас кафедра — это очень активных людей, как студентов, так и преподавателей. Часто мы работаем общими коллективами в лаборатории, то есть у нас под руководством работает много студентов, активно вовлечены, я вижу, что им интересно. Какие-то студенты у нас занимаются научно-исследовательской работой, связанной там, с программированием, с моделированием. Какая-то часть студентов занимается физическим моделированием, то есть в лабораториях обсуждаем совместно результаты полученные. Также совместно с студентами проходит участие в различных конференциях, как студенческих, так уже и на больших аренах, в том числе выезжаем на международные конференции в различные города и страны. То есть у нас очень активно ведется работа со студентами, ну и, соответственно, большая программа у нас построена именно на научную составляющую и выступление именно на конференциях. Также, конечно, у нас еще есть работа в рамках научно-исследовательских каких-то проектов, куда мы тоже активно студентов привлекаем. То есть компании, допустим, такие как «Газпромнефть» или «Этатнефть», совместно проводятся исследования, и студенты активно участвуют. Спасибо. Перейдем дальше к следующим вопросам. Какие возможности есть у студентов уже во время учебы? Где они проходят практику? Хороший вопрос. Я даже взял некоторую паузу, чтобы это с чего бы начать, потому что информации на самом деле много. У нас специальность интересная с точки зрения организации практик. Во-первых, если вы хотите жить дома и быть обычным человеком городским, вот, вы можете, вот, допустим, на кафедре разработки и эксплуатации трудноизвлекаемых углеводородов, вот нефтегазовое дело, работать в научной лаборатории и, собственно говоря, жить жизнью обычного городского человека. Если вы увлечены путешествиями, вы можете поступить на профиль геология, вот, региональная геология, и все лето мотаться по нашей большой необъятной стране. Простите меня за жаргонизм такой, да, в некотором роде. То есть вот у вас будет вот много таких экспедиций. Вот. Практику проходят студенты два вида. Учебная практика и производственная. Вот учебная практика, она организуется вузом, вот, и проходит либо на кафедрах, лабораториях, либо это полевые выезды в пределах республики или в пределах России. Вот по геологии, опять-таки, практика у нас в Челябинске, у нас в МИАСе проходит. Но все равно это практика, которая целиком организуется вузом. Ребята проходят ее все вместе, всей группой. Это эти практики, которые наши выпускники помнят, наверное, всю жизнь. Вот в этом году, 1 сентября, у нас была встреча выпускников, приуроченная к старту учебы первого курса. Они приветствовали наших выпускников, и там был выпуск, который выпустился 50 лет назад. Вот такая полувековая дата. А 45 лет назад они, соответственно, поступили. Да? И вот они приветствовали наших выпускников, вернее, 50 лет назад поступили, 45 лет назад выпустились, и они напутствовали наших выпускников. И все они вспоминают
полевые практики, вот учебные практики, которые мы проходили вместе. Они действительно весело проходят. Это, ну, может быть, старшее поколение здесь, конечно, если родители слушают. Вот на картошку раньше ездили, да, студенты. Соответственно, после месяца, как выезжали на картошку, вся группа была уже одной семьей, единым коллективом. Вот. Здесь в некотором роде это аналог вот такие вот полевые учебные практики. А вот производственные практики. Ребята проходят в компаниях, с которыми мы сотрудничаем, с нашими индустриальными партнерами. Это, если брать нефтегазовое дело и геологию, геохимию нефти и газа, это компания «Газпромнефть», компания «Татнефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз». Вот, если это брать направление геологии, то это дочерняя компания «Росгеология» большая. И, конечно же, еще мелкие компании непосредственно, куда ребята тоже ездят иногда на практику. Но мы выбираем сотрудничество с крупными индустриальными партнерами. Причем тут две. Во-первых, у этих компаний реализуется программа развития молодых специалистов, ведь практика – это первый шаг к будущему трудоустройству. Мы так расцениваем. И, соответственно, у этих компаний есть целая программа, когда ребята приходят, они не остаются один на один, а вливаются в коллектив, программа наставничества, их «иди сюда, займись вот этим». То есть их сначала первое время, вообще-то говоря, опекают в таких крупных компаниях. То есть в крупных холдингах, к тому же, есть социальные гарантии. Мы хотим, чтобы начало нашего общения, чтобы наши студенты, выпускники были счастливыми людьми, поэтому мы в первую очередь сотрудничаем вот такими вот крупными компаниями и, соответственно, стараемся обеспечить высокое качество образования, чтобы наши выпускники в них и трудоустраивались. Вот в части практик мы еще выстраиваем такую работу по взаимодействию с компаниями, с индустриальными партнерами в части трудоустройства студентов в совместной с компаниями лаборатории или в проекты компаний. Для того, чтобы ребята немножко отрывались от теории, вовлекались вот уже в практическую деятельность производственную, и затем, после окончания, они могли бесшовно перейти вот уже в свой, на производственный уровень, влиться в коллектив и уметь выполнять производственные задачи. Вот вы сами помните свою первую практику? Конечно же, я помню свою первую полевую практику. К сожалению, когда я был на первой полевой практике, не было цифровой фотографии. И фотографий у нас не так много, все они черно-белые, но они все остались, мы их храним. Вот. Первая полевая практика у нас была по правобережью Волги, в принципе, как и сейчас. Единственное, наверное, у нас была практика более такая хардовая в некотором роде. То есть мы много ходили пешком, разбивали лагерь, у нас были стоянки. Вот мы описывали геологические разрезы, обнажения все, их особенности, там, цвет, возраст, вот всю эту структуру, текстуру, вот все это мы описывали. Вот. Это был месяц, это жизнь в палатке, это приготовление пищи на костре. Все-таки, конечно же, мы же тоже первый курс пришли и не умели толком, не знали, как же там, скажем, на 40 человек, сколько же там крупы положить, сколько там корон положить. То есть вот это интересная была такая вот первая практика. Сейчас все происходит, ну, и это правильно, сейчас же все меняется, сейчас все более регламентировано, сейчас более, вот уж простите, опять не хорошо, более лайтовая практика она, конечно же, но все равно это вот такая вот полевая практика, которая является интересной и запоминающейся вот ребятам на всю жизнь. Я предлагаю сравнить как раз-таки, вот, Луиза, вот, твоя первая практика, как она прошла? Что запомнилось? Ну, первую практику я проходила, к сожалению, да, не в этом институте, в другом вузе, но тоже по профилю геологии. Я, наверное, расскажу больше про первую практику уже в этом институте. Угу. Она тоже проходила на правобережье Волги в Верхнеуслонском районе, около стратотипического разреза Печище. Там тоже, ну, мы выезжали туда на автобусах каждое утро, ходили, бродили там, работали, в общем-то, целый день и возвращались уже на камеральные работы в сены-институты. Вот, было а можно я немножечко... Конечно. Моделирую в некотором роде. Вот
Луиза, будь добра, расскажи ребятам, которые сейчас задумались о профессии, что значит ходили, бродили? Ну, в общем, поподробнее. Ходили в маршруты, то есть мы описывали геологическое строение территории, то есть где овраг, какой расположен, там, чем, какими породами он сложен, какие, возможно, процессы геологические можно наблюдать во время маршрута. Также мы отбирали образцы во время маршрутов, описывали, как на прямо там, на местности, так и потом как-то структурировали информацию, может, уточняли больше в уже ну, в камеральных таких условиях, в стенах института. Вот. И вторая практика такая, немножко попозже, была тоже геологическая, но уже на территории Челябинской области, в городе Миасс. Ну, недалеко от Миасса. Мы тоже там ходили в интереснейшие просто маршруты. Это уже была такая более гористая местность, то есть мы поднимались на всевозможные сопки, тоже невероятные виды, просто невероятной красоты виды были. И тоже очень много таких теплых впечатлений осталось вот в данной практике. Вот вопрос такой возник, а вот родители не переживают за вот такие виды практик, вот полевые, где вот ходить, что-то, может, новое, неизведанное там? Не переживают ли? Потому что я понимаю, как у нас практика. То есть ребята в телецентре сидят, работают, и можно спокойно отследить по каждому выпуску новостей, где мой ребенок находится. Вот его сюжет, значит, работал. Да вроде бы нет, не переживали. Нет такого звонки там. Ты где? Ты на каком километре сейчас? Нет, ну, конечно же, родители переживают, это совершенно нормально. Это вот совершенно нормально, родители переживают за детей, вот так как, собственно говоря, моя деятельность связана напрямую с организацией вот, практик, стажировок. Я общаюсь с родителями вот, по этому вопросу, переживаю, то есть вот, уточняют, вопрос задают. Но это совершенно нормально. Совершенно нормально. Луиза, расскажи, пожалуйста, вот, как ты пришла к тому, чтобы поступить именно на вот это направление, которое ты выбрала? Вообще, я как-то в школе еще услышала вообще о такой науке геологии, как-то начала заниматься в олимпиадном движении, то есть я участвовала активно и в республиканской олимпиаде школьников по геологии, в межрегиональной предметной олимпиаде КФУ по геологии участвовала каждый год где-то, наверное, с 7-8 класса. Ну, участвовала вот в конференции Лобачевского неоднократно. И как-то вот все так сразу понравилось, и я решила, вот, наверное, свяжу свою жизнь с геологией. Как-то это... И... Ну, как Андрей Анатольевич сказал, геология – это такая вот профессия, ну, геолог – такая профессия, которая связывает и природу, и какие-то физику, математику, химию. Мне вот вообще в школе эти предметы очень нравились сильно. Я вот решила свою жизнь связать именно с геологией. Не было такого эпизода, то, что ты пожалела о своем выборе? Нет, конечно. А расскажи, пожалуйста, какие предметы во время учебы тебе больше всего нравятся, запоминаются? Может, какой-то отдельный преподаватель даже запоминается, вот то, что вот видите в расписании, о, вот он ведет, значит, семестр пройдет отлично, интересно. Ну вот лично мне нравятся очень сильно предметы, которые вот связаны именно с изучением конкретных областей, возможно, каких-то конкретных, как сказать, вещей. Допустим, мне очень нравится общая геология, минералогия, петрография. Ну, это, то есть, такие науки, которые уже изучают именно минеральный какой-то вещественный состав земли самой. То есть, вот такие науки, предметы. Вот скажи, пожалуйста, вот учеба учебой, но вот как ты, может быть, интегрируешься в студенческую жизнь? Чем занимается вот на досуге студент-геолог? Ну вот лично я активно участвую в волонтерской какой-то жизни института, то есть, опять же, организовываем мероприятия для школьников. Также я вместе со своим одногруппником веду лекционные и практические занятия для школьников, то есть... Любой может школьник подключиться и послушать какие-то интересные вещи о геологии, о профессии геолога. Вот. Ну, вот волонтерством ты занимаешься поконкретнее, чем именно? На каких мероприятиях, может, что-то новое со студсоветом вы придумываете? Ну, я в основном
участвую как волонтер в таких мероприятиях института, как региональные, республиканские олимпиады по геологии, там межрегиональные предметы олимпиады. Вот помогаю организовывать конференции. Ну вот, как-то так. Вот, знаешь, давай попробуем сравнить. Вот насколько трудно сейчас работать со школьниками, потому что даже спустя 3 года поколение абсолютно другое. Вот, рассказывая им о своем институте, о своем направлении, насколько быстро ребята пытаются вникнуть в суть самого рассказа, сложно ли удержать их внимание. Тут как бы привет передаем Институту психологии и образования в какой-то степени, потому что у нас и геологи таким же занимаются. Вот как проходит работа со школьниками? Ну вот я сейчас немножко про себя тоже вспомню. Когда я училась в школе, я тоже ходила в наш институт на занятия по геологии. У нас тоже вели и преподаватели института, и сами студенты. Ну вот, как мне кажется, на сегодняшний день как-то немножко тяжело, может, удержать внимание, допустим, вот на занятии, допустим, 40 минут не позанимаются, а потом надо чем-то отвлечься. Но при этом мне кажется, что сейчас школьники начали быстрее запоминать такую, как сказать, ну, в общем, быстрее запоминать информацию. Вот. Угу. То есть они, может, тяжело на чем-то сосредоточиться, но при этом быстро и легко схватывают на лету. А вот по себе скажу, когда поступала, либо планировала поступать, информация от преподавателей и информация от студентов, насколько сильно она разнится? Там преподаватели могут говорить, типа, вот, у нас тяжело учиться, будете не вылезать из учебников, а потом где-то вкрыто. Да, как говорит Андрей Анатольевич, на лайте все пройдет, не переживай. Да нет, в общем-то, не отличается. У нас и преподаватели очень хорошие, очень добрые, понимающие люди. Так что никаких проблем в учебе нет, в общем-то. Угу. Хорошо, спасибо. У нас время эфира уже подходит к концу. Остался как раз-таки последний вопрос, он же и подводит к заключению, как обычно. Как бы скоро у нас экзамены. Какие слова можете напутствующие дать абитуриентам? Времени осталось все меньше и меньше. Во-первых, пожелать сдать экзамены замечательно. То есть, чтобы у всех не было лишнего стресса, что все прекрасно подготовились, все получили прекрасный результат. То есть желаю вам успешной сдачи экзаменов и получать больше информации, чтобы ответственно и правильно подойти к профессиональному выбору профессии. А мы сегодня, конечно же, говорили о диалоге в основном, но мне бы хотелось, чтобы еще и какие-то вот посылы были у нас от такого важного направления, как нефтегазовое дело. Может быть, вот как раз у нас Валерий Андреевна пожелает и заодно чуть-чуть расскажет все-таки про изюминки нефтегазового дела. Да. Ну, в первую очередь я хочу пожелать будущим нашим абитуриентам все-таки выбирать сердцем. В первую очередь на нефтегазе вам обязательно понравится, потому что это и физика, и химия, и информатика. Это смежная наука такая, которая позволит вам реализоваться, будь то вы больше склонны к физике, там, к техническим каким-то специальностям, или же, допустим, именно вот ближе к геологии как-то. Вообще у нас реализовано много программ, и поступив к нам, я думаю, вы найдете себя именно в нефтегазовом деле как специалист IT-направления, предположим, или как специалист, как Андрей Анатольевич сказал, сидя в офисе там и анализируя полученные данные. Дорогие ребята, счастливой и успешной сдачи ЕГЭ, хорошего профессионального выбора. Смотрите наши информационные ресурсы, приходите к нам, и все у вас будет просто замечательно. Луиза? Ну, я тоже пожелаю всем школьникам, сдающим экзамены в этом году, конечно же, успехов, легких вариантов. В общем-то, все. Дерзайте, товарищи, да, мы вас ждем. Что ж, большое спасибо, то, что нашли время к нам прийти. Еще обязательно увидимся. До приемной кампании времени осталось, с одной стороны, достаточно, с другой стороны, очень-очень мало. Так что, уважаемые абитуриенты, будьте всегда на связи с нами. Большое спасибо, что пришли к нам.
Спасибо. Это был КФУ Лайв для Института геологии и нефтегазовых технологий. Еще увидимся, друзья. До скорых встреч. Счастливо.